стороны ковров участники финала весовой категории 74 килограмма борьба за золотую медаль. В красном трико Гаджи Набиев, Республика Дагестан, мастер спорта России, серебряный призер первенства России, тренируется физкультурно-спортивного общества «Динамо» под руководством Алиева. Борис синим трико Артем Умаров. Представляет команда Московской области, мастер спорта, победитель первенства России, тренируется под руководством Ислама Калаева, первый тренер Замир Кушков. На ковре работает судейская бригада в составе руководитель ковра Евгений Павлов, город Улан-Удэ, судья международной категории, арбитр на ковре Валерий Гульчеев, город Владикавказ, судья международной категории, боковой судья Руслан Мухаметдинов, город Благовещенск, судья международной категории.
одержал Гаджи Набиев, Республика Дагестан, и завоевал золотую медаль весовой категории.